центр Милана. Хотя бы здесь мало что напоминает о том, что в Италии кризис. Спрос на моду не спадает, и это несмотря на то, что страна переживает тяжелую рецессию. Как раз в такое время можно неплохо заработать. У Альдо Мистрали есть для этого идея. Он придумал вот эти сумки, чем обеспечил оборот своей фирмы в 1,5 миллиона евро. И это только за последний год. Кризис для нас был хорошей возможностью продать наш товар. Вот смотрите, мы придумали эти сумки для того, чтобы помочь людям заботиться о себе и не тратить деньги. В них можно носить с собой еду на работу, есть где и что хочешь, и не тратить деньги на дорогие рестораны. Многие итальянцы не верят, что стране действительно уже пора обратиться за помощью. Они не считают ситуацию на родине такой же безвыходной, как в Испании или Греции. У нас в Италии ситуация лучше, чем в других странах. Наша программа экономии дает свои плоды. Мы движемся в правильном направлении. Самая большая опасность для Италии – госдолг. Он составляет 120% от ВВП. Это самый высокий показатель в еврозоне. Это чувствуют и предприниматели, которые хотят взять кредит в банках. Из-за кризиса евро в Италии для бизнесменов нет доступа к капиталу. А без кредитов и предфинансирования они не могут рассчитывать на успех в экспорте. На проблему с кредитами правительство Монти еще не отреагировало. Но несмотря на это, поезд для Италии еще не ушел.